Уважаемые земляки, благодарю вас за доверие, оказанное мне в столь непростое для жизни нашего города время. Город Назарово – это город энергетиков, город горняков, город строителей, город тех людей, которые любят свой город, жизнь, которые в кратчайшие сроки сумели построить его таким, каким мы видим его сегодня. И наша общая задача – сохранить этот город для наших поколений, приумножить то, что есть, что создано трудами, по крайней мере, тех людей, часть которых сидит сегодня в этом зале. Но для этого у нас есть все. Есть доверие жителей города, есть возможность решать задачи, стоящие сегодня перед городом. И вот в лице вас, уважаемые земляки, я хочу заверить всех в том, что я искренне намерен этой работой заниматься, работать на благо жителей города, и я уверен, что вместе у нас с вами все получится.